Что такое современная Беларусь? Иногда ее называют заповедником социализма, а Минск как будто сошел с обложки советского журнала. Наверное, именно так должно было выглядеть будущее победившего коммунизма. Как в Советском Союзе побывал, говорят многие туристы, посетившие столицу этой страны. И даже улицы сохранили свои прежние названия. Можно пройти по Ленинской, свернуть на Первомайскую, перекусить на Партизанской. И осмотреть памятники вождям мирового пролетариата. Город, почти полностью разрушенный во время Второй мировой войны и отстроенный заново, стал символом победы над фашизмом. Говорят, его восстановление держал на личном контроле сам Сталин, что видно по архитектуре и по широким улицам столицы. Но Беларусь – это не только бережно сохраняемое прошлое, но и четкие перспективы. Страна идет по своему пути. Политики пытаются быть донором региональной безопасности, а в экономике – мостом между Европой и Азией. Поэтому ей очень интересен опыт Казахстана. И каждый визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь – это всегда событие и новый шаг в будущее. Минск – город древний и впервые упоминается в повести временных лет в 1067 году. Здесь переплелась история разных стран и народов – литовских, финно-угорских, славянских племен. Были и выходцы из Золотой Орды, ставшие частью воинской и дворянской знати Беларуси. Защищая эту землю на полях сражений Великой Отечественной войны, погибли представители многих народов бывших советских республик. Поэтому здесь не стоит такой выбор – Восток или Запад. Беларусь, как и Казахстан, видит себя связующим звеном Евразийского континента. И это лишь одна из сотен незримых нитей, объединяющих наши страны. Это тот самый случай, когда дружны и лидеры, и народы. Поэтому президента Казахстана всегда встречают с особым почетом. Флаги Казахстана и приветственные транспаранты были развешаны по всему городу. А в резиденции президента Беларуси в это время тщательно готовились к встрече Нурсултана Назарбаева, удивляя особой щепетильностью протокола. Сотрудники резиденции буквально на корточках измеряли линейкой правильность расположения ковров, государственных флагов, в сотый раз очищали и без того идеальную поверхность мрамора. Единственное, что не могли изменить белорусы, так это погода. Несмотря на мокрый снег, Александр Лукашенко лично вышел встретить Нурсултана Назарбаева. Здравствуйте, дорогой. Рад тебя видеть. Спасибо за приглашение. Молодец. Здравствуйте.
Дворец независимости является также и резиденцией Александра Лукашенко. Здание удивляет не только своими размерами, но и богатой отделкой. На 50 тысячах квадратных метров впечатляющий декор и интерьер. Гранит, мрамор и золотые люстры. На вопрос, как вы отапливаете эту махину зимой, мне ответили: в Минске не такие уж холодные зимы. Хотя в некоторых залах все же было достаточно свежо. В резиденции можно ознакомиться с фотохроникой встреч президента Беларуси, а также увидеть подарки, преподнесенные ему в разное время. У одного из них даже стоит пост охраны. Оказалось, это память об одном из визитов Путина. В золоте и бриллиантах представлены мини-копии наград Великой Отечественной войны. А в остальном был привычный протокол, разве что программа визита в Беларусь на этот раз оказалась более насыщенной и напряженной. За эти годы мы с вами, прежде всего вашими усилиями, создали мощную экономическую и политическую базу дружбы и сотрудничества. В тяжелейших условиях, Александр Георгиевич, вы сделали очень много для вашей страны. Белоруссия – настоящая европейская страна, развитая стала. Вашим сельским хозяйством восхищаются все, сохранили потенциал нашего настроения по всему миру, развиваете выход товаров Белоруссии. И в том числе при вашей настойчивости сегодня в Казахстане работает 260 белорусских предприятий. На наших прилавках продукция белорусского сельского хозяйства. Магазины с белорусской мебелью можно во всех городах видеть. 6 совместных предприятий мощно-сборочных. Это БелАЗ, это МТЗ, это Гомсельмаш, который работает у нас. Вы всегда душевно отзываетесь о нашем народе, о нашем государстве. Вы всегда даете дань уважения белорусам за то, что они сделали, когда мы жили в одном государстве. Сейчас мы независимое, суверенное государство, и наша любовь и уважение казахстанцам меньше не стали. Мы всегда рады тому, как развивается Казахстан. Наши белорусы, наверное, уже каждый побывал в вашей прекрасной Астане. Это действительно нынешнее поколение во главе с вами воздвигли памятник казахстанцам, который останется на века. Мы очень многое берем у вас в строительстве, учимся многому. Некоторые элементы переносим в Беларусь, хотя у нас в свое время и развито было строительство, но замысел у вас очень хороший. Наконец-то мы начинаем преодолевать спад в наших торгово-экономических отношениях. Я думаю, что ваш сегодняшний визит как раз послужит тому, чтобы мы смогли нарастить товарооборот. Несмотря на то, что у наших стран нет общих границ, тем не менее мы находим общие интересы. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси в рамках СНГ после России и Украины. И сегодня есть все шансы выйти на новый уровень. Через призму сопоставительного анализа, я же был в Грузии 5 лет почти, я скажу, что здесь, конечно, задачи совершенно другого порядка, потому что торговый оборот, допустим, между Грузией и Казахстаном, он не дотягивает до 50 миллионов долларов. Здесь он упал, но он в 10 раз больше, чем между Казахстаном и Грузией. А ответ очень простой. Мы союзники, мы в Евразийском экономическом союзе, мы в таможенном союзе. У нас нет никаких пошлин, свободный переток капиталов, рабочей силы. Что касается отдачи общеэкономического пространства, скажу, да, упростились процедуры. Я имею в виду процедуры для поставки техники, растаможки, да, платы. Сейчас, в принципе, никаких проблем нету. Сегодня товарооборот между двумя странами составляет 500 миллионов долларов. Но это не предел. Поставлены новые задачи. К примеру, создать транснациональные корпорации с участием белорусского и казахстанского капитала. Выйти на серьезную промышленную кооперацию. И, конечно же, максимально использовать транзитный потенциал двух государств.
Мы построили 2500 километров железных дорог от китайской границы до границы России и до Каспийского моря. И 4000 километров автомобильных современных дорог. И этим самым открыли возможности и для белорусских перевозчиков. Сегодня мы говорили о том, что контейнеры из Тихого океана через Белоруссию проходят уже сотнями тысяч и дают возможность заработать вашим железнодорожникам и транспортникам. Вот, к примеру, за последние только 6 лет такие перевозки увеличились в 100 раз между нашими странами. В 2018 году мы ожидаем двукратное увеличение этого объема. Амбициозный план, который мы с удовольствием готовы поддержать, это транспортировка 1 000 000 контейнеров в год к 2020 году и 2 миллиона к 2025 году. Вы прекрасно понимаете, что, используя традиционные подходы, маловероятно, что мы будем эффективны. Ведь на самом деле наши партнеры заинтересованы в том, чтобы в среднем контейнер доходил до Западной Европы примерно за 2 недели. Соответственно, без использования современных технологий, цифровых технологий в части транзита, таможенного оформления и так далее, это просто технически невозможно. Поэтому мы с коллегами договорились, что мы посмотрим сейчас возможность реализации совместных проектов. Казахстан и Беларусь постоянно в поиске новых совместных проектов. И, конечно же, одна из перспективных сфер – это цифровизация экономики. С традиционных отраслей сотрудничества – акценты смещаются в сферу высоких технологий. В этом плане белорусская сторона проявила особый интерес к участию к создаваемым в Казахстане, в нашей столице, в Астане, на базе Экспо-2017, таким международным проектам, как Центр зеленых технологий, новых инвестиционных проектов, хаб IT, стартапов. Конечно же, особый интерес у белорусских партнеров вызывает Международный финансовый центр «Астана». Необходимо отметить, что сегодня белорусские предприятия являются поставщиками комплектующих на многие космические аппараты. Особо отмечается прекрасная оптика, которая используется на многих спутниках в мире. Поэтому в рамках дальнейшего взаимодействия и сотрудничества по проектированию и сборке космических аппаратов, спутников, мы намерены кооперироваться и работать в этом направлении. Кроме того, есть четкое понимание во взаимодействии по IT-технологиям, программным продуктам в рамках информ кибербезопасности. Наши рабочие группы уже ведут соответствующую работу. Беларусь, надо сказать, за последние годы сильно продвинулась в сфере развития информационной индустрии. Ее программисты хорошо известный по всему миру. Местный парк высоких технологий является одним из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Развитие IT-технологий, которыми Беларусь занимается опережающим способом, мы в этом заинтересованы. И мы договариваемся, чтобы нам совместно осуществить 2-3 крупных совместных идей и проекта в этой части. Поэтому межправительственной комиссии, которая имеется между нашими странами, надо в этом поработать. Особенно приятно отметить, что этот визит дал старт новому этапу двустороннего сотрудничества, отличительными чертами которого станет взаимопроникновение капиталов с упором на инновации и высокие технологии. Это особенность нашей сегодняшней встречи. Высочайшие технологии, завтрашний день – а мы с Казахстаном готовы работать на этот день, и мы устремлены в будущее. Если говорить о конкретных договоренностях, их немало. Подписано межправительственное соглашение о промышленной кооперации между оборонными предприятиями. Достигнуты соглашения о взаимодействии в производственной и научно-технической сфере, культуры и спорта. Сегодня также, как вы видели, был подписан большой пакет документов. Среди них я особо выделяю договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Его комплексный характер определяет новый стратегический ориентир для сотрудничества наших стран. Самое главное, у нас есть общие желания, общее видение,
постепенно и мощно увеличивать наше партнерство в интересах обеих государств и народов. Буквально в краткосрочный период поставлена задача довести объем товарооборота до 1 миллиарда долларов США. Это вполне реальная задача, и мы планируем буквально в течение 2-3 лет достичь этого. По нескольким направлениям уже достигнута договоренность, в том числе и в рамках проводимого сегодня бизнес-форума. Традиционно сложилось, что каждый зарубежный визит главы государства – это не только переговоры политиков, но и насыщенные бизнес-контакты. И хотя, казалось бы, с Беларусью мы выстраиваем давние эффективные отношения, деловым кругам требуются новые площадки для диалога. К примеру, на бизнес-форуме собралось около 350 предпринимателей двух стран. Основной целью является именно улучшение торговых связей, увеличение торговых связей в различных сферах. Это и машиностроение, сельское хозяйство, промышленная кооперация, транспорт, логистика. Могу отметить, что сегодня будет подписано большое количество различных соглашений, и мы надеемся, что сможем в самое короткое время исполнить поручение двух президентов. Тракторный завод в рамках прошедшего бизнес-форума подписал годовой контракт на следующий год на поставку 2000 тракторов с одним из своих торговых домов. В целом перспективы сотрудничества крайне позитивно оцениваем на следующий год с учетом динамики наших продаж, наших поставок в этом году. Когда мы говорили о насыщенности и напряженности визита, то мы имели в виду, что он плавно перешел в многосторонний формат. Второй день официального визита нашего президента в Беларусь предполагал участие в юбилейном саммите ОДКБ. Организацию многие ошибочно называют военным блоком, но по сути это неверно. Она создана прежде всего для отражения внешней агрессии в любой форме, от наркобизнеса до терроризма. В свое время по инициативе Нурсултана Назарбаева были организованы коллективные силы оперативного реагирования, которые включают уже более 20 тысяч человек. Это наиболее боеспособные формирования вооруженных сил государств-членов. Созданы также коллективные силы быстрого развертывания. Так что у стран-участниц ОДКБ нет блоковой психологии. Напротив, некоторые государства этого альянса выступают за более тесную интеграцию с Западом. Накануне сессии ОДКБ Беларусь впервые принимала участие в саммите стран Восточного партнерства в Брюсселе, где говорила о необходимости более тесного сотрудничества между Европейским и Евразийскими союзами. Что характерно, Беларусь – единственная страна среди государств Восточного партнерства, где нет действующих и замороженных конфликтов. Ведь интеграция – это не только двигатель прогресса, это еще и безопасность. А ОДКБ делает эту безопасность еще коллективной. Восточное партнерство – это совместная инициатива, в которой участвуют Европейский Союз и 6 бывших советских республик. Одна из главных ее задач – создание пояса стабильности на границе Евросоюза и стран СНГ. Но стабильность, как видим, сегодня в большом дефиците. Именно поэтому в повестку ОДКБ входят вопросы замороженных и действующих конфликтов как на территории стран бывшего СССР, так и в Афганистане, Сирии, Северной Корее. А Казахстан и Беларусь берут на себя миротворческие миссии. Нурсултан Назарбаев способствовал началу минских переговоров по Украине, предоставил площадку для переговоров по Сирии в Астане. Я всегда по-хорошему, по-доброму восхищаюсь вашим уважаемым президентом. Потому что знаю не понаслышке, какой стиль у него. Потому что общаюсь с вашими, со своими коллегами в Казахстане, да. Подкупает всегда в нем вот эта мудрость, профессионализм. И, знаете, вот руководитель большого такого масштаба, он должен интуитивно чувствовать некие там вот своими кончиками, наверное, я не знаю, как говорят, пальцев там, да, правильное решение. И мне кажется, у него это очень сильно получается. Первым на сессию ОДКБ прибыл президент Казахстана.
началась официальная церемония встречи глав государств. И главная ее особенность на этот раз была в том, что гостей приветствовал не только хозяин саммита, но и 5 девушек с модельной внешностью. Они стали главным украшением встречи и несколько развеяли официальную атмосферу. Церемонию завершал Владимир Путин, который не удержался и пожал руку одной из красавиц. Говорят, что девушки в протоколе у Александра Лукашенко появились после его визита в Казахстан. Именно в Ахарде его впечатлили наши красавицы, которые работают с делегациями в ходе официальных приемов. После совместного фотографирования произошел еще один любопытный эпизод. Президент Беларуси, взяв под руку нашего президента, повел его совсем не туда, где должна была пройти встреча. Все остальные пошли следом. Но хорошо, что протокол подсказал правильный путь. А в какую сторону будет двигаться ОДКБ? Об этом уже говорил Казахстан, которому перешло председательство в организации. Наша страна предлагает 5 главных направлений. Первое. Расширение инструментов взаимодействия государств-членов ОДКБ в военной сфере. Второе. Организация практического военно-технического сотрудничества государств-членов ОДКБ. Третье. Участие ОДКБ в формировании международной системы глобальной по противодействию терроризму. Четвертое. Совместные методы реагирования государств-членов ОДКБ на угрозы кибербезопасности. Пятое. Повышение эффективности мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. Но на самом деле ОДКБ из всех, наверное, организаций, созданных на евразийском пространстве, является наиболее институционализированной и проработанной с точки зрения и международно-правовой, и внутренней вот этой вот среды организационной. Какие основные результаты? Во-первых, фактически организация действительно становится организацией. Тем более, что эта организация сегодня востребована как никогда, потому что вопросы безопасности, в том числе и военной безопасности, они стоят на повестке международных отношений очень остро. Пожалуйста, товарищ, давайте документы для подписания. По итогам встречи страны-участницы ОДКБ утвердили план мероприятий по реализации стратегии коллективной безопасности до 2025 года и ряд других документов. Но каждый подвел для себя некий неофициальный итог саммита. Для журналистов он измерялся поиском интересных сюжетов. У нас, например, была встреча с личным фотографом главы Армении Сержа Саргсяна. Давид Хакобян стал популярным после того, как на саммите глав государств СНГ сумел сфотографировать в необычном ракурсе Нурсултана Назарбаева. Этот снимок в буквальном смысле взорвал социальные сети, мгновенно став популярным и сделав известным его автора. Я это освещение видел, такой кадр, ну и хотел своего президента снимать. Ну так получилось, что сперва господин Назарбаев вошел в зал. Понравилась очень мне фотография, я вставил у меня в Facebook и в Instagram. Ну это был вечер, я пошел, спал и утром проснулся известным в Казахстане. Ну я очень обрадовался, что казахский народ так ценил мою работу. И эту фотографию как бы стал бестселлером, да. Там футболки начали печатать, и на таком в джинсах, да, нашивки делали, ну. Даже начали в этом стиле фотосессии делать, и там называли Назарбаев стайл. Я еще хочу участвовать на конкурсе WordPress Photo. Это самый такой престижный фоторепортерский конкурс мира. Но саммит был интересен еще и тем, что на смотрины прибыл новый президент Кыргызстана. И, безусловно, ситуация на казахстанско-кыргызской границе вызывала в этом контексте особое внимание. Во время официального визита нашего президента в Беларусь по дипломатическим каналам поступила просьба со стороны Кыргызстана о встрече с Нурсултаном Назарбаевым. Но что интересно, наши соседи почему-то хотели максимально засекретить эти переговоры. Более того,
практически в течение 2 дней не могли определиться и с местом их проведения. В конце концов, казахстанская сторона сказала: «Вы просили о встрече, мы готовы и ждем вас в своей резиденции». В назначенный час президент Кыргызстана прибыл на переговоры, которые прошли за закрытыми дверями. Президент Сооронбай Шарипович-ты сайлаудагы жеткен табыстарын чындыгымен куттуктадым. Мына алыс жерде болса да осылай болуп кездесип калдык. Экинчиден биз казыр келиштик. Эки элдин арасындагы туускандык, баурлук карым-катнаштын баарын ордуна келтиребиз. Ол эки халыктын мүддөсү. Чегерадагы болгон жагдайдын не үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Жанагы жол картасы бар. Эки мемлекет, эки өкмөт келишкен. Сол жол картасын карап үчүн эртең бүрсүгүнө бир топ өкмөттөн Казакстанга келет. Биздин топпен экөө отурат дагы соган кол коет. Содан кийин Сооронбай Шарипович сурабы боюнча биз убакытча Кордайдын чекарасынан ашабыз да, бирок да эки жактан контроль коебуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да Евразиштен 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткүзө беретин болду. Сондай да биз Кытайдын чекарасында да жашайбыз. Сонун кийин жаңадан сайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Шарипович мен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурмун. Сол келгенде баардык чарбаны артта таштап, казак пен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөт болабыз деп келиштик. Мы переговорили с уважаемым Нурсултаном Назарбаевым. Я поблагодарил президента за его поздравления. Мы обсудили многие вопросы, по определенным проблемам приняли решение. Есть дорожная карта, над ней будут работать правительства стран. На границе будет установлен трехсторонний контроль ЕАЭС, Казахстан, Кыргызстан. За порядок на границе беру на себя персональную ответственность. Как было видно, президент Кыргызстана очень волновался. Понятно, это его дебют в большой политике, тогда как глава Казахстана уже давно гроссмейстер. И я думаю, Сооронбай Жээнбеков был благодарен Нурсултану Назарбаеву за успешную встречу. В этом сказался опыт нашего президента, чье мастерство переговорщика позволяло решать и более сложные международные проблемы. По мнению экспертов, это был высший пилотаж дипломатии. Кыргызстанга, кыргыз халкына ак тилегимден башка эч нерсе жок. Сизге табыс тилеймин. Бир тууган элбиз. Бир тууганбыз. Өмүрдө боло берет, ана болот, мына болот. Мунун баардыгын артта таштайык. Жаңадан баштайлы. Бир нерсени кечирмесең, ал адам менен тагы да карым катнашың болот деген сөз. Кечирсең, жабылды. Буквально через 2 дня правительства 2 стран подписали дорожную карту по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и удалось локализовать непростую ситуацию на общей границе. Как видим, кризис доверия сегодня главный вызов в международных делах, и умение договариваться становится одним из самых востребованных навыков. А между странами ОДКБ таких разногласий не должно быть вообще, потому что у нас общее прошлое и общее будущее. Знаете, вот почему Беларусь является островком некой безопасности сегодня в Европе и не только на постсоветском пространстве. А Беларусь, как, наверное, никто другой вот на этом пространстве нашем, знает цену своей жизни и очень хорошо помнит свои уроки. Какой ценой это все было достигнуто, тоже понятно. Каждый третий белорус не вернулся, да? Это каждый молодой, крепкий, здоровый молодой человек, который отдал жизнь во имя вот этого будущего, да? Поэтому теперь, прежде чем принимать какие-то решения, вступать в какие-то блоки или там рассуждать просто с какими-то партнерами на разных уровнях, конечно, надо крепко подумать. В Минске находится один из самых лучших музеев Великой Отечественной войны. В 10 огромных экспозиционных залах богатая коллекция экспонатов, в том числе настоящие самолеты и танки. Здесь делают все, чтобы будущие поколения помнили о войне, о героизме
и мужестве солдат, прошедших ее дорогами. И бережно хранят память о воинах-казахах, 26 из которых были удостоены звания Героев Советского Союза за освобождение Беларуси. Отношение к памяти и истории еще больше сближает наши страны и народы. Это уже не столько прагматика партнерства, сколько единый евразийский взгляд на мир, где есть взаимопонимание и взаимная поддержка.